Здравы, здравы будьте, братья и сестры мои во Христе. Здравствуйте, дорогие. Друзья мои, я с вами сейчас еще раз поздороваюсь. Знаете почему? Другие мои, я давно анонсировал, что вот будет там последнее видео перед отпуском, в которое я ухожу буквально послезавтра. Вот. И за последний месяц, да, я собрал 5 хороших реплик, копий на дорогие, то есть дорогих реплик на дорогие марки часов. Это Panerai Luminor, там Rolex Batman, Tudor, Omega Seamaster и Royal Oak Audemars Piguet. Вот, снимал я все это дело, старался, хотел вам все это показать. Но сначала не хотел, потом решил показать все-таки. Что-то перебрасывал на компьютер, что-то хранилось в телефоне, на камере. И на прошлой неделе случилась неприятность. У меня накрылся компьютер, полетел жесткий диск, на котором была часть файлов, которые я отснял. И поэтому сейчас, что вот удалось там выдернуть с телефона, кое-что на других там дисках было, поэтому смонтирую сейчас видео. Оно, может быть, будет сумбурное несколько. Но, тем не менее, посмотрите. Я просто прошу вас отнестись по-братски, да, с пониманием. Ну, так случилось. Вот, компьютер мне уже починили. Сейчас все будет новое. После отпуска у нас будет нормальное видео. Ну, а сейчас просто чисто интуитивно прошу вас вот посмотреть и ответить мне на один единственный вопрос, друзья мои. Как вы относитесь к копиям, даже если они дорогие? То есть я не использую, насколько вы знаете, дешевые материалы. Это не те копии там по 2-5 тысяч рублей. Это реально дорогие, очень хорошие копии из очень хороших комплектующих. Копии настолько хороши, что их не могут распознать даже в сервисе. Это уже было проверено, поверьте мне. Вот. Как вы даже вот к таким дорогим копиям относитесь? Принимаете вы их или не принимаете? Да? Напишите. Обман это не обман. Ну, допустим, Audemars Piguet, он стоит 4 миллиона. Люди получают идеальную копию за 65 тысяч рублей. И довольны. Вот. Тот же Rolex там в районе 50 тысяч. Их, я знаю, что их продают в Москве там и по 100, и дороже, по-моему. То же самое. Друзья мои, абсолютно то же самое. Да, только здесь делаю я. Но все зависит от меры жадности, скажем так. Да, от порога жадности. У меня очень низкий порог жадности. Мне бы вот на булочку с икрой мента. Я. С икрой ментая хотя бы. И мне хватит, другие мои. Вот. Кому-то не хватает, они продают дороже. Хотя это одно и то же. Так вот, как вы относитесь, друзья мои? Часы хорошие. Я уже там еще потом пару слов скажу. В видео вы услышите все это. Что касается швейцарских оригиналов тех же. Вот. И как я отношусь? Ну, я так к копиям отношусь. Делаю потихонечку, да, но... Скрипя сердцем, друзья мои, скрипя сердцем, всегда лучше хамаш, да, вот сделать хамаш хороший. Но люди заказывают, никуда от этого не деться, друзья мои, никуда не деться. Все, я сейчас вот монтирую видео, выкладываю, посмотрите, там в конце будет фотографии. Ну, как-то вот посмотрите, пожалуйста. Вот, и, наверное, завтра в свой последний день я вам еще покажу то, что я сделал себе. Любимому решил очередной подарок, очередные часики замечательные. Там тоже будет, друзья мои, что-то наподобие реплики, но очень интересное, очень интересное. Вот хорошие часы, бронза, большие. Вот посмотрите, надеюсь, покажу, успею вам. Все, другие мои, я не прощаюсь. Смотрите, пожалуйста, видео и пишите комментарии, как вы относитесь вообще вот. Понравились вам вот то, что вы увидите часы, там их 5 штук будет, да, в принципе, да? И как вы в частности относитесь к репликам, копиям, подделкам?
даже дорогого уровня. Хорошо? Жду ваши комментарии. Поехали, поехали, мои дорогие. Здравы будьте, братья и сестры мои во Христе. Здравствуйте, мои дорогие. Привет, парни и девчули. Друзья мои, у нас сегодня с вами будет такой формат видео, спонтанный. Не собирался я снимать. Вот, как вы поняли уже, наверное, из названия, посвящено будет видео репликам, друзья мои. Репликам, дорогим репликам. Сразу оговорюсь, ребята, не путать с дешевыми там копиями на какие-то известные бренды, которые продают в переходах в подземных там по 2000 рублей, по 5000 рублей. Нет, мы с вами делаем всегда хорошие часы из дорогих комплектующих и реплики, друзья мои дорогие. Вы уже видели когда-то что-то частично, да, но просто у меня... Вот вы знаете меня, да, мое отношение к этим репликам. Я всегда пытаюсь у людей отговорить от покупки, от сборки этих реплик. Большинство из нас негативно относятся к репликам, да, даже и дорогим. Но все равно, вот я буквально вчера выложил в Телеграм, кстати, друзья мои, Телеграм, я возобновил канал в Телеграме и создал там свободный чат, поэтому можно, ссылочку я оставлю, теперь там задавать мне вопросы, писать что-то, делать заказы и все прочее, потому что с Авито всегда какая-то фигня. Так вот, в Телеграме выложил, буквально вчера закончил, Audemars Piguet Royal Oak, друзья мои, очень, одна из самых дорогих реплик в нашей подборке будет. Я вообще постараюсь видео как-то интуитивно разложить от минимальной стоимости к максимальной. Так вот, у меня получилось так. И видео будет кусками, то есть, потому что что-то едет, что-то вот я уже закончил, что-то уже отправил, и придется снимать кусками все это дело, что-то добавлять, но постараюсь интуитивно разложить все это по полочкам, да. Вы уж не обессудьте. Постараюсь, чтобы было понятно. Просто покажу и будем сравнивать по возможности вот эти вот дорогие реплики с нашими хамажными часами на вот известные бренды. Значит, так вот, в Телеграме я выложил, и, естественно, там сильно разделились. Ну, две фотографии, да, хамаж на Royal Oak на базе Seiko стоимостью там в районе 20 тысяч рублей, чуть меньше. И сразу скажу, о ценах мы поговорим в конце видео. И вот эту реплику, дорогую реплику, которая стоит в районе 65 тысяч рублей, друзья мои. Еще скажу в конце видео, возможно, что все подорожает. И подорожает не по моей прихоти. Я вообще ни копейки не добавляю, в смысле, по своей работе. И это связано не с удорожанием комплектующих. Слава богу, сейчас цены устаканились, стоит все на месте. Нет, друзья мои, есть совсем другая причина. И имя ее таможня. Таможня, друзья мои. Вот в конце я скажу, что почем хоккей с мячом и насколько может примерно подорожать. Вот, поэтому сейчас будем что-то как-то снимать, что-то буду вам показывать. Вы напишите обязательно свое мнение. Да, к чему, что вы принимаете все-таки больше, хамаж, реплику, даже, вот, да, если не принимаете реплику, даже дорогую, может быть, причину, ну, я всегда отговаривать пытаюсь, спрашиваю, зачем вам это, ну, зачем, вот, буквально вот сейчас вот поеду отправлять, тоже вот тот же Audemars Piguet, хамаж и реплика. И вот человек, который заказал мне хамаж, да, на Audemars Piguet, на базе Seiko, уже мы заказали, купили все, уже все китайцы выслали, все едет. И вдруг человек пишет, мол, Юра, я вот видел Audemars Piguet реплику, там, мне до хрена лет, а можно переиграть что-то, мол, хамаж носить как-то, мол, не солидно. На что я ему отвечаю? Наоборот. Ну, наоборот, уважаемый мой. Как я ему написал, что, ну, реплики,
все-таки это удел молодых, тех, кто еще не успел заработать на оригинал 4 миллиона рублей, к примеру. Да, но вот хочет, очень хочет и начинает с этой реплики за 65 тысяч рублей примерно. Вот, друзья мои, ну что, значит, первым у нас будет что с вами? Извините, я вот все скачу, потому что сумбур такой, несколько будет моделей и придется как-то делать. Значит, пойдем, у нас будет, по-моему, их 5. Начнем с минималки и закончим максималкой. То есть минимально, и я уже отправил эти часы, поэтому я сейчас после вот этого вступления вставлю вам... Ну, я каждому клиенту, каждому заказчику посылаю короткий видеоотчет о готовых часах. Вот, и вот этот видеоотчет я вам вставлю. У нас первыми пойдут реплика, 100% реплика на Panerai Luminor, друзья мои. Мы делали на Panerai Luminor хамаш, и у нас вот, у меня я сделал реплику на этот Luminor модель PAM 00111, друзья мои. Вот, и там все тоже очень... Такие часы лаконичные, они простенькие. На базе, в оригинале они на ETH-шке шли у Panerai. И я сделал тоже там это, как же там аббревиатура-то забыл, господи. Три буквы каких-то, механизм называется. Хороший механизм. Вот, короче, базовый у него ETH-98. Блин, забыл, надо посмотреть. Вот, поэтому пойдет, значит, первый реплика будет у нас. Минимальная цена, да, получилось, по-моему, 37 тысяч рублей. Вот, Panerai Luminor. Потом у нас с вами будет, вот сейчас у меня за спиной на сборке, и сравним, Omega Seamaster, друзья мои. Будет и 100% реплика, и хамаш. Сравним их. Потом у нас с вами будет, они где-то обошлись там около 40 тысяч, не помню. Дальше у нас пойдет третьи часы Tudor, друзья мои. Когда-то мы с вами делали Tudor хамаш, сравнить будет не с чем, просто покажу уже эту, как мы сделаем эту реплику. Tudor тоже там за 40 с чем-то. Потом пойдет Rolex Bad Girl, да, тоже они под полтос получаются. И замкнет все это дело у нас видео. Сравнение и сборочка такая легкую покажу на Audemars Piguet Royal Oak. Самые дорогие, которые пока у меня были на сборке. И то, что люди заказывали. Дороже пока не было. Очень-очень достойные, комплектующие, все на высшем уровне, все красиво и четко. Так что вот, друзья мои, наливайте чайку, кофейку, пиво, воды, виски. Я люблю текилу. Вот, други мои. Ну и дальше что-то буду по ходу добавлять, что-то рассказывать. И в конце скажу, из-за чего все может подорожать. И даже на хамажные часы. Но я имею в виду, если что-то массово делать. Если для себя что-то покупаете один комплект, то это не отразится на стоимости. А вот как у меня там, да, я покупаю там по 5, по 10 комплектов за раз, то здесь сразу цена повышается. Объясню почему. Ну что, поехали, друзья мои, поехали. Сейчас будет видео о Panerai Luminor, друзья мои. Смотрите и пишите. Все, погнали смотреть. Дальше, значит, бонусом приехал нам еще, подарили силиконовый ремень тоже с надписями. Но единственное, что нужно пряжку менять, снимать отсюда и ставить на этот, да? Вот, смотрим. Здесь все красиво. Тоже все с надписями, с логотипами. Вот такие, готов вам срочно часики отправить. Адреса, пароли, явки с деком для отправки. Ну и остаток денежек. От души благодарю вас за заказ. Поздравляю с новыми хорошими часиками и всего вам самого доброго.
Добрейшего-добрейшего вам дня, Ярослав. Ну что, заждались, спешу вас порадовать. Готовы вот узреть вот плакат, подобные ваши новые часы. Итак, поехали, встречайте. Ваш новенький Audemars Piguet Royal Oak. Не побоюсь этого слова. Часы получились охренительные, просто шикарные. Блин, коробка неподъемная. Большая, огромная. Но все цивильно, все охрененно. Итак, барабанная дробь. Наконец-то дождались. Я все с Божьей помощью закончил. Сейчас, пока распакуем, полдня пройдет. Еще будете ждать, да? Вот они. Ну, вскрываем. Смотрите, с замиранием сердца. Опа! Вот они, красотулечки. Это нечто, это что-то с чем-то. Ну, поздравляю, поздравляю вас с офигительными часами, честное слово. Сейчас побольше сделаю, смотрите. Какая прелесть, а? Ну, блин, сейчас подыму. Давайте, вот так вот. Вот он, оригинал, а вот ваши. Не отличить вообще. Так, ну что, друг мой, давайте запустим. Все у нас побежало. Головочку не забываем наворачивать. Это очень важно до конца, плотненько. Ну и вот, разглядываем. Все просто охрененно. Со всеми логотипами, со всеми надписями. Очень четкими, очень качественными. Пленки с браслетов не снимаю, чтобы не шоркалось, я ее просто отсоединял. Ну и вот, вот прелесть внутренняя. Вот она, охрененная внутренняя прелесть. Смотрите, ой, блин, ну фокус где? Вот, вот такие теперь у вас офигительные часики. От души поздравляю вас с новыми часами и от души благодарю вас за заказ. Готов вам их срочно отправлять. Нужны адреса, пароли и явки для отправки с деком и остаток денежек. Благодарю еще раз, Ярослав, вас за ожидание. Ну все, встречайте новые часики. Доброго дня, Ярослав. Ну что, вот он, наш прототип. И давайте посмотрим, как уже и говорил вчера, что начал сборку, успел начать, да? Ну и осталось, вот уже в корпус-то все внедрил. Вот, вот они ваши будущие часики. Теперь осталось все это насаживать на крышки. Да, у нас это вот, крышка вот эта лежит. Вот это сюда на верхнее, это нижнее. Тут все совсем по-другому, нежели в хамаже. В хамаже все это просто задняя крышка. А здесь все, как в оригинале, стягивается. Стягивается винтами насквозь. Вот так. Вот они, ваши красавчики. Все, сейчас осталось продуть все это дело, почистить. Ну и начнем закрывать. Вот такие дела. Но через камеру мне это делать неудобно. Так что сейчас здесь все почистим. Смажем все силиконовые прокладочки обязательно. Вот. Чтоб все у нас было четко. Ну и скоро покажу финал вам. Так, друзья мои, вот, а теперь я покажу вам вот этот шедевр, который у нас лежит на столе, да, который мы с вами сделаем. Ну, вообще, конкуренты мы с вами, поехали. Сейчас поясню немножечко по данным часам, по дорогущим данным часам, да. Вот они, красавчики. Потом я покажу вам их готовые в сборе. Смотрите, в чем, друзья мои, нюанс. Вот он наш родимый. Я вчера просто уже начал, да, вонзил все в корпус. Вот, и что я хотел сказать по этому делу. Видите, он тоненький. В отличие от хамажного Royal Oak, да, который толстый, это тоненький. Это обусловлено... Я уже неоднократно говорил, толщиной
самого механизма, потому что механизмы Seiko, они толстенькие. Вот. А здесь у нас стоит охрененный клон Audemars Piguet, вот такой красавчик. И он тонкий, поэтому и корпус тоньше, естественно. Вот. И еще одно очень важное отличие от хамажного корпуса в том, что, как и в оригинале, да, вот который был на картинке у нас, данные часы, две крышки, они стягиваются насквозь через корпус. Как вы видите, у нас есть верхняя крышка, винты, и нижняя крышка, винты, да, и все это дело стягивается у нас насквозь, еще раз говорю, в отличие от хамажного, у которого только задняя крышка притягивается винтами. Вот такая вот ощутимая разница. Ну что, сейчас я здесь все, как обычно у нас, продуваю, прочищаю все стеклышки, силиконим все прокладочки, да, обязательно, и все это дело накидываем, обе крышечки, начинаем стягивать. Стягиваем, естественно, как обычно, как колеса, друзья мои, на машине ставите крест-накрест. То есть это важно, да, чтобы не было перекосов, чтобы у нас все затягивалось равномерно. Вот. Ну а потом протяжку уже сделали по кругу, и все. Главное, прокладки все отсиликонить. Сюда я уже поставил, просиликонил. Ну, сейчас накинем, продуем, прочистим, и все. И покажу вам готовые. Готовый Audemars Piguet королевский дуб, друзья мои. Куча, друзья мои, винтов. И надо, чтобы они все, естественно, у нас шестигранник, поскольку здесь, да, посадочное гнездо шестигранничек, чтобы они все сели у нас ровненько. Вот, то есть так вот их установили. Теперь приподнимаем, да, всю эту нашу конструкцию. И нам нужно заднюю. Закрываем, чтобы все винты не улетели у нас. Иначе придется собирать все заново. И вот так вот уложили. А вот теперь можем это самое, заднюю крышечку. Да? Тоже надо винты все скинуть. Прокладочку сейчас установим. Протрем, сейчас здесь все продуем, прочистим. Силиконовую прокладочку поставим и закроем. Так, и вот эти вот винты нижние, в отличие от верхних, да, которые у нас с шестигранной шляпкой, эти кругленькие. То есть там у нас винты, а это ответная часть, именно куда вкручивается. И вот эта вот штука у нас, она подпружиненная, вот эти винты. У них маленькие пружинки. Когда вы их вывинчиваете или вставите, они немножечко отскакивают обратно. Вот. Все, осталось нам все это дело с вами хорошенечко, ровненько, как и сказал, крест-накрест закручиваем. Через камеру я ни хрена не вижу, ребята. Ну, короче, вот сначала этот, допустим, потом нижний. Да? Потом этот. Эти, они как бы вот. Не знаю, вот видно вам сейчас, вот на этом покажу. Вот он стоит, винт, да? И вот он играет на пружиночке. Очень удобная функция, которая позволяет хорошо прижиматься к крышке. Ну все, я сейчас завинчиваю, соединяю браслет и показываю вам шедевр. Ну и естественно, друзья мои, сейчас соединяем браслет. Все, я завинтил крышку. Все, поскольку сделано в точности, как в оригиналах, то, соответственно, и даже вот браслет тоже, в отличие от хамажного корпуса, там просто винт сквозной. А здесь у нас вот такие вот шпилечки, да, шпилечки, которые мы вставляем. И все это везде, на всем браслете, вообще на каждом звене, все по-другому. То есть ставили шпильку, немножечко ее туда утопили, чтобы она до конца он вылезла. Ага, промахнулся, молодец. Ну, короче, поняли, да? Вставляем шпильку, и дальше идет маленький винт, который уже ее прижимает, завинчивает. Все, соединяю и показываю вам часики. И, друзья мои, не забываем вот эти все винтики, да, сажать на фиксатор резьбы.
Это очень важно, они могут откручиваться. Маленькую-маленькую капелюшечку сюда. Все, и теперь вот его завинчиваем. Где моя отвертка-то, парни? Потерял, вон нашел. Маленькую капельку. И туда его, и все, он будет у нас стоять там и никуда не денется. Все. Подзатянули как следует. И все. Ну что, сейчас будем смотреть. Ну что, что, братья мои, готовы узреть оригинальный Audemars Piguet Royal Oak в нашем исполнении? В нашем, друзья мои, не в буржуинском, который нужно ждать еще хрен знает сколько в очереди стоять, платить 4 миллиона за них, да? Опачки! Ну вот же они. Блин, камеру. У меня от волнения прямо камера прыгает. Друзья мои, созерцаем. Вот они, шикарные часы. Одни из самых дорогих в нашей подборке. Ну и вообще, в принципе, очень они дороже всех, друзья мои. Показываю. Вот они. Audemars Piguet Royal Oak. 100%, скажем так, реплика в нашем исполнении. Очень дорогой комплект, дорогие получаются часы из-за дороговизны комплектующих и, естественно, качества. Качества и механизма, и самих комплектующих, друзья мои. По ценам я расскажу вам в конце видео, да, все, что у нас будет. Значит, получается, вот из этой подборки самые недорогие, это у нас реплика на Panerai Luminor, а самые дорогие вот эти. То есть, ну, цены расскажу. Итак, друзья мои, давайте же смотреть и габариты, и вообще каждые посмотрим. Так, что у нас по корпусу здесь? Что мы получаем? 41 миллиметр, друзья мои. Корпус у них, толщина, как и говорил, они тоньше, чем хамажные, у них 10 с копеечкой. 10 с копеечкой, да. Стекло сейчас тоже, естественно, проверим. Естественно, оно сапфировое, но я просто вам покажу. Сталь хорошая. Отделка отличная. Тут у нас и сатин, и полировка. Значит, у меня заказчик спрашивает, когда, мол, типа полировать надо. Ну, во-первых, ну, друзья мои, как будем носить, как мы носим часы, кидаем мы их там на железо, еще на что-то. Да, ну, все-таки вещь не дешевая. Надо как-то поаккуратнее. Но что значит, когда полировать? Когда затрутся? Сейчас, секунду, звонок. Прошу прощения, друзья, сбил звонок как раз от заказчика. Так вот, этот заказчик вот этих часов именно спрашивает, когда их полировать. Друзья мои, ну, во-первых, когда они поцарапаются, тогда и полировать. И потом, в основном сейчас всегда делается, ведь что больше всегда царапается в первую очередь? Это полированные части. И, как правило, не знаю, если вы заметили, то в большинстве своем сейчас делают сатин на основных местах, потому что на сатине, именно на сатине, эти микроцарапки меньше видны, чем на полированных открытых каких-то участках. Ну и здесь у нас полировка идет вот по граням. Ну, пойдите вот, умудритесь поцарапать эти грани, ну не знаю, честно говоря. Так что вот. Отличная отделка, все вообще комплектующие шикарные, все один в один, да, до последней, как и говорю, точечки, буковки, но все четко вообще, просто шикарно. Вот, давайте посмотрим, разогрелся у нас как раз приборчик, стеклышко проверяем. Так, вот, сапфировое стекло. Снизу не знаю, честно говоря. Давайте проверим. А снизу тоже сапфировое. Так что все шикарно. Все в этом плане даже лучше, чем я ожидал. Я что-то не ожидал, что внизу будет сапфировое стекло. Это плюс, это большой бонус. Так, во-первых, запустить надо часики. И вот они побежали. Новые часы Audemars Piguet начали свой ход.
Напишите, как они вам. К сожалению, у меня не могу, у меня все раскупили, все хамажные часы на эту модель. Сравнить просто по габаритам и по качеству корпуса. Но я лично я вижу разницу, да, очень большую, очень большую. Вот, друзья мои, вот такой вот Audemars Piguet Royal Oak у нас. Ну и приступим дальше к дальнейшему обзору и просмотру других 100% реплик. Привет, братья и сестры мои во Христе. Здравствуйте, дорогие. Ну, в этом видео, видимо, я буду часто здороваться с вами, потому что, в принципе, вот есть плюс у таких видео, которые снимаются частями, да, какими-то кусками. Потому что пока снимаешь одно, что-то приезжает еще по ссылке другое. И вот я сетовал на то, что, к сожалению, мне не сравнить, да, наш вот этот вот любимый Audemars Piguet, нашу реплику стопроцентную с хамажным корпусом. И пока вот суть до дела, прошло пару дней, и приехала посылочка с заказом, с комплектующими для другого заказчика, именно на хамаж Royal Oak. И вот сейчас я вам готов продемонстрировать и показать разницу. Ощутите, как говорится, разницу. Разницу по габаритам, по внешнему виду и по цене. По цене, друзья мои, цену я озвучу в конце видео и расскажу еще, почему все подорожает. Так, вскрываем коробочку сначала эту. Это вы видели. Это у нас 100% реплика. А теперь вскрываем соседнюю. И видим хамаж. Хамаж на Audemars Piguet Royal Oak. И также, чем же они отличаются? Давайте быстренько поглядим. По цене, во-первых, очень сильно отличаются. Более чем в 3 раза. Ну вот. И смотрите теперь, о чем я вам вещал и о чем я вам говорил. В принципе, да, вот сверху, если так визуально смотреть, ну, если не брать в расчет логотип, то все очень похоже. И сталь, сатин, полировка, браслет, застежка, все, вот вроде вот так вот, да, все похоже. И по габаритам они тоже похожи, по размеру безеля я имею в виду, заводные головки, ну, все одинаковое, да. Ну, а теперь начинаем переворачивать и смотреть. Вот реплика, не знаю, видно вам или нет, но она тоньше. Сейчас возьмем штангель-циркуль и замерим еще раз. Оба два, да? И опять же переворачиваем еще дальше. Ну, здесь, понятное дело, логотипы и все прочее. Ну и, естественно, внутреннее наполнение. Так, что тут у меня уже от подушки прилипло? Это вы видели. Вот этот тут замечательный дорогой механизм. Ну, а здесь у нас обычная, блин, мохнатка какая. Парни, мохнатка прилипла. Юра, у меня мохнатка прилипла откуда-то. Не твоя, седовласая. Ну вот, и вот так вот выглядит все это у нас внутри. Вот такая вот разница, видите? Вот напишите и скажите, что бы вы взяли, грубо говоря, вот это вот за дохрена денег или вот это вот в районе там 20 тысяч, как обычно, чуть меньше. Где наш штангель-циркуль? Еще раз освежим в памяти по габаритам. 0, 0. Здесь у нас 11, вот, ну 4. 1, ой, 10 и 4. 10. А здесь смотрим 12 ровно, да? Потому что здесь толще механизм. Толще механизм. Ну и чтобы быть уже совершенно точным, правдивым, здесь у нас почти 41, 49. Здесь у нас 41,3. Чуть-чуть он по диаметру побольше. Хамажный корпус. Вот такая разница. Ну а так, в целом,
циферблаты очень похожи, стрелки идентичны. Ну все, винтики, как я и говорю, все. В принципе, очень похожи, только отличается логотип и цена. Вот так. Делайте свой выбор. Все, это поедет заказчиком. Так, братья, как я обещал, значит, покажу перед тем, как закрыть Омегу нашу, да, Seamaster и те, и другие, и Хамаш, и реплику стопроцентную, покажу вам разницу внутренностей, как у нас все это там выглядит. Вот, я уже готовлюсь к закрытию, все уже установил. И давайте посмотрим, как это все у нас внутрях. Так, с чего начать-то? Ну, как обычно, Омегу вы на Сейка видели, да, Seamaster. У нас вот Сейчка NH35 здесь стоит. Вот так все просто, ну, как обычно, да? А теперь смотрим на дорогущую реплику. Вот так все это выглядит внутри. Со всеми маркировками, со всеми красотами, с волнами, да, вот с переливом вот с этим. Вот такой вот четкий охрененный механизмик. А-ля Омега. Дорого-богато. Все очень красиво. Все, я тогда сейчас силиконю прокладочки. Все здесь чистим, продуваем, прочищаем. Стеклышки тоже, да. И завинчиваем крышечки. Которые у нас, ну, кроме надписи, особо ничем не отличаются. Ну, просто Авито дает всего 30 секунд на загрузку видео. Поэтому коротенькие, быстренько вам показываю. Ну, вот это бонус приятный, очень бонус. Я не ожидал, что они еще подарочек такой сделают, да? Ну, все четко, как я и сказал. Все по фэншую. Все номера есть, все охренительно. Механизм крутой, хороший. Со всеми маркировками. Ну, везде, все по напи. Везде. Тут и на корпусе, и везде. Вон логотипы и все прочее. Благодарю от души вас за заказ и поздравляю с новыми часами. Всего вам самого доброго. Здравствуйте, мои дорогие. Ну вот, дошло дело у нас до очередной сборки. Я уже ее закончил. И просто перед тем, как закрыть часики, хочу показать вам очередные внутренности. Как все четко и красиво, друзья мои. Надеюсь, вы уже по очертаниям догадались, что это у нас за модель, да? Переверну, сейчас покажу еще гравировочки. Замечательного исполнения механизмик. Естественно, ну, знающий человек, разбирающийся в данной модели и вообще в часах, по неким признакам сможет, конечно же, если вскрыть часы, догадаться, что это копия. Ну, там, по балансу, например, да. А так, в целом, ну, обычный человек не поймет ничего. Ну, просто не поймет, потому что все сделано очень хорошо, друзья мои. Ну, надеюсь, что вы догадались. Я показываю вам вот этот замечательный механизм. Маркировочка 32-35. Узнали, чье это? Чье это такое? Да, друзья мои, это у нас механизм Rolex 32-35. Вот такой вот он у нас замечательный. Все четко, красиво, со всеми надписями, со всеми гравировками. Где у нас баланс? Вон баланс. И под балансом, как вы видите, сейчас постараюсь сфокусировать, увеличить. И чтобы... Вот, видите? Тоже под балансом есть гравировка с номерами. И все офигительно. Вот такого исполнения механизмик. У нас тут клон. Абсолютно хороший клон.
32-35 Rolex'а. И в конце видео я скажу вам по поводу механизмов пару слов, но не об этих механизмах, а о механизмах в оригиналах, друзья мои. В оригиналах. То, что оригинальные производители творят в последнее время полную херню. Часов хватает оригинальных на пару-тройку лет за безумные деньги. А китайцы делают значительно лучше и качественней. По нынешним временам. Вот серьезно говорю. Ну вот, я, короче, сейчас здесь все прочищаю, продуваю. Прокладочку уже засиликонили. Крышечку почистим. Здесь все почистим. Закроем часики. И я вам покажу уже, что это у нас конкретно за модель. Итак, дорогие мои, ну интриги у нас нету, потому что вы видите, естественно, логотип и вы видите то, с чем мы будем с вами сравнивать. То есть вот Hamash. Hamash на эту модель. Это у нас модель Rolex, да, в простонародье, которая называется Cookie Monster, то есть печеничный монстр. Напоминаю, что у всех часов Rolex есть народные названия. Там, помните, Pepsi, Batman, Figetman, Hulk, Smurf, там, да, Map этот, Show, короче. Вот. А это сочетание черного циферблата и синего безеля. В простонародье называется печеничный монстр. Cookie Monster. Друзья мои, вот у нас Hamash на базе Seiko. Мы уже подобное делали. И теперь переворачиваем и смотрим и сравниваем с 100% копией, репликой на часы Rolex. Вот они, друзья мои. Хорошая копия с хорошими комплектующими очень. Механизм вы только что видели. Ну и все остальное тоже, естественно, на высоте. Все на высоте. Хорошая водозащита. Вот 100 метров. Все на резьбе. Запускаем часики. Побежали. Очень плавненько. Очень четко. Как вы видите, есть все маркировки. Естественно. Да, сейчас увеличиваем. Корона на надписи. И корону сейчас поймаем. Вот она. Вот она. Где у нас? Отверточка какая-нибудь или... Так. Вот, видите? Вот она блестит, отсвечивает. Это корона, гравировка на стекле. На стекле внутри все тоже есть. На внутреннем ранте тоже все надписи совпадают с метками. То есть замечательное исполнение. Всякие логотипы на корпусе, как и положено. Номер под браслетом между ушек. Дальше у нас тут на браслете тоже все четко. Со всеми, естественно, правильными, абсолютно правильными логотипами. Со всеми точками. В интернете есть как распознать там. Ну вот, это исполнение очень хорошее, абсолютно точное. Абсолютно точное. Все, трещоточка, микрорегулировка. Все как положено. Вот так. Замечательного исполнения литой браслет. Сатин, полировка, керамический безель, сапфировое стекло. Все офигенно. Правильный шрифт на циферблате. Ну, одним словом. Одним словом, вот такие вот часики уже показывал. Ну и делайте выбор. Делайте, друзья мои, выбор. Вот Hamash на оригинал. Вот хорошая реплика на оригинал. Hamash-ные у нас стоят в районе 18-19 тысяч рублей. Вот эти Seiko. А вот эти стоят 45 и выше, ближе к 50. Вот так. Так что, что бы вы взяли себе, что вам больше нравится, что бы вы спокойно носили. Напишите, пожалуйста, также в комментариях, как вам разница. Ну, я особо и не вижу. Ну, единственное, вот если или это свет, нет. У копии, у Rolex'а более глубокий черный цвет циферблата. У этого он немножечко такой в серое отдает, да? Здесь более глубже черный.
Ну, а остальное все, все идентично. Цвет безеля, ну, наверное, совпадает, да? По размерам они одинаковые. По исполнению одинаковые. Вот у хамажа, как и у реплики, точно такая же сталь, как и у оригинала у часов Rolex 904L. Вот, то есть одинаковая сталь, которая менее подвержена царапинкам, то есть лучше держит, чем 316-я. Вот. Так что делайте выбор. Сейчас что мы еще можем посмотреть, как они, например, у нас светятся, да? Давайте сейчас выключим свет. Выключим свет и посмотрим, как эти две модельки у нас горят. Так, ну вырубаем ультрафиолет. Я буквально немножечко, чтобы подзарядить. Ну и смотрите, друзья мои. Значит, так, хамаш у нас светится зеленым, светится хорошо. А реплика у нас светится синим, как и в оригинале. В оригинале у часов Rolex люминофор синий. Естественно, у хамажа можно тоже сделать синий люминофор. Он есть, BVG 9, по-моему, называется. Очень хорошего качества, яркий и долгий. Вот, ну, кому какой нравится цвет, грубо говоря. Кто-то любит зеленый, кто-то синий. Значит, у копии... Да, светится, как и положено, все синим. Вот. Тихо. Так, ну, для профилактики, хоть я и знаю, что все у нас здесь хорошо, да. Так, блин, соскакивает, скользко. Здесь сапфир. Так, уменьшили. Ну, оно, да, чтобы это... Тихо. Ой, сапфир. Везде сапфир, друзья мои. Ну вот, делайте, сделайте, пожалуйста, выбор. Напишите комментарий, как вам вот эти двое часиков. А мы ждем последние в этой серии. Значит, это у нас должно еще вот уже на подходе, на подъезде. Дочка Ролекса. Кто у нас дочка Ролекса, помните? Все верно, дорогие мои. Это у нас Тюдор. У нас будет 100% реплика на Тюдор. Тоже высокого качества. Но сравнить у меня будет не с чем. Я просто вам их покажу, сделаю, да, что там внутрях опять же. И жалко, мне просто вот эти нужно отправить срочно. Мы бы посмотрели разницу в механизмах. Что там в Тюдоре у нас будет стоять, что приедет. Посмотрим, это интересно, да. Ну вот, а это я все отправляю заказчикам. Пакую в коробочки и еду в СДЭК. Ну а потом, после Тюдора, смонтирую видео, и вы все увидите уже целиком. Все, друзья мои, пока. Заканчиваю. Все, скоро буду. Так, друзья мои, закончили подгоночку заводного вала. Ну и все, естественно, смазали, обработали, да, силиконом и маслицем. И загоняем его куда следует. Все, пружиночку разработали, масло. Ну и все у нас четко. Проверили, как навинчивается, что нету щелей, да, между заводной головкой и корпусом. И все, значит, нормально. Ну, сейчас вот все вам покажу и расскажу, друзья мои. Так, друзья, ну все, закрываем наш замечательный тюдорчик. Силиконим прокладочку, да. И прежде чем закрыть, просто еще крупнее покажу вам. Здесь стоит у нас... Вот вы знаете, сейчас, что у нас здесь стоит, я вам расскажу. Когда я заказывал все для этих часов для заказчика, они по итогу получились дороже Rolex'а. Дороже, друзья мои, Rolex'а на 5-7 тысяч рублей. И я недоумевал.
Я, а с херали, мол, баня-то горела. Непонятно, почему они дороже. Да, все-таки напоминаю, да, что Тюдор это у нас дочка того же Ролекса, младшая, так скажем. Да, специально созданная, ну я в оригинале про оригинал говорю, специально созданная для широких масс, для тех, кто не может себе Ролекс позволить. Вот, подешевше, так скажем. А здесь клон получается дороже. Вот, недоумевал, пока, друзья мои, я не получил комплектующие, не взял их в руки. И вот тогда я, в принципе, понял, почему дороже. Почему дороже? Не потому, что у Ролекса хуже. Нет, но здесь просто настолько все круто, ну, да нельзя. Значит, мех у нас здесь стоит, клон Ролекса тоже, да, но не маркированный. Как у Ролекса весь у нас в нашлепках, в наклейках, в гравировках и прочего. Здесь у нас просто лаконично все. Вот такой замечательный механизмик. Вот, сейчас я его закрою, все продую, прочищу. И покажу я вам, что же я имел в виду, чем все круто. Ну, как вы видите, во-первых, здесь уже вот номера все есть, да, на ушках, везде. Ну, тут все круто. Я вам все сейчас продемонстрирую. Пряжка просто волшебная. Так что вот, я закрываю и показываю. На крышечке у нас тут, естественно, тоже все гравировочки с номерами. Все, закрываем и смотрим на готовые часики. Фух, други мои, победил. Итак, взирайте на охренительный Тюдор. Вот он, друзья мои. Понимаю, и сейчас покажу, попробую вам пояснить, почему же он все-таки получается по итогу дороже Ролекса. Оцените, други мои, оцените прелесть вот этих часиков. Ну, начнем с модели, что, да, я в сравнении, допустим, с тем же Seiko Monster, видите, у него рамка, такая же рамка с выемками под метки, да, объем, ну такие вот получаются, как будто внутрь туда вставленные. Все сделано на высшем уровне, вообще шикарная безель керамика, матовый. Вот, вообще отделка корпуса, во-первых, почему цена, потому что есть клапан гелевый, да, как у Дипси, например, чего у Ролекса нету обычного. Отделка шикарная. Вы знаете, такой, блин, жесткий сатин, не знаю, как вот вы увидите, то есть ни капельки полировки, ну вообще, то есть царапин видно не будет на нем, на этом корпусе, ни на браслете. Браслет, естественно, литой. Все охрененно, все просто охренительно. Вот, пряжка отдельно заслуживает у Тюдора, видите, тут с какими штучками-дрючками. То есть открываем, там, блин, пружинки, все, космос, просто космос. Ну, естественно, опять же, логотипы, все четкие и на местах, где положено. Здесь у нас, опять же, вот микрорегулировка всякая с пружинками, которую я, честно говоря, впервые вижу, никогда такой не пользовался. Придется заказчику, хозяину этих часов, самому разбираться, потому что, ну, я привык к Ролексу там, да. Ну, так-то все интуитивно понятно, все переламывается, там, сдвигается вот здесь. Но как-то вот, да, вот на вот эта шкала для сдвижения, ну, сдвигать, больше-меньше делать браслет. Потому что звенья, если убирать, то звенья, единственное, что у Ролекса удобней, у Ролекса винтовые шпильки, а здесь пружинные шпильки, которые нужно выдавливать. Выдавливается все, друзья мои, элементарно, или каким-нибудь шилом, ну или подобной вот машинкой. Отделка, еще раз повторяю, на высоте. Просто супер. Мне очень нравятся, очень качественные часы. Здесь, естественно, у нас тоже все. Тюдор, мануфактурный калибр. Калибр клон, я оговорился, не то, что у Ролекса, а вот МТ-5612. Вот так. Все офигенски. Теперь я действительно понимаю, почему. Здесь, по всей видимости, кнопка, да? Ну, все, разберется, надеюсь, заказчик. У меня никогда не было Тюдора. Не знаю, будет ли. Но вот такой клон, друзья мои. Скажите, как вам? Уже у меня есть уже заказ предварительный на июнь месяц на другой Тюдор в красном цвете.
Вот, такой веселенький. Людям нравятся эти часы. Не знаю, как вам. Вот напишите. Это были последние, все, последние перед отпуском. Сейчас я буду монтировать видео, вы все увидите. Ну и скажите, какие все-таки из 5 часов вам больше понравились, друзья мои. Это были последние. Вот такой тюдорчик. Да, можно запустить. Стрелочка побежала. Головочку, как обычно, наворачиваем. Ну, все, все офигенно. Безель. Люфта вообще нет. Очень четко щелкает. Очень четко. Уверенные щелчки. 120 щелчков у него, по-моему. Однонаправленный. У всех, друзья мои, однонаправленный безель. И по размерам. Значит, визуально они чуть больше Rolex'а. Почему? Потому что безель шире корпуса. Безель 42-й. Вот смотрите, да, 42 с копейкой, а сам корпус 41 считается. Ну, 41 у него. Померить сложно, потому что безель, еще раз говорю, напирает. И по длине, что тут у нас? Почти 50. Вот такие вот часики. То есть за счет диаметра безеля они кажутся такие покрупнее слегонца. Вот такой размер. Можем на руку их, конечно же, померить. Да, с вами. Давайте увеличим. Точнее, уменьшим. Так что, снимем сегодня мою электронику. И оденем новые замечательные часики. На запястье 18,5 сантиметров. Смотрится это дело вот так. Четко, шикарно. Мне нравится расцветка. Графитовая такая, серый, ну, серый с темно-серый цвет. И у циферблата, и у безеля. Очень красиво. Сейчас сфокусировать попробую еще раз. Вот так вот. Красота! Как вам? Замечательные часы. Все, друзья мои, я надеюсь, вы сделали свой выбор. Напишите, как вы вообще относитесь к репликам, ну или к данным часам, в принципе, что вам больше понравилось. Ну, просто вот что понравилось, напишите, пожалуйста. За сим я прощаюсь, ну там концовка уже будет у нас, как обычно. Все, друзья мои, пока! Добрейшего вам дня, Сергей. Здравствуйте, уважаемые. Ну что, готовьте руку под новые часы, потому что у меня с Божьей помощью готовы ваши вот реально супер часы. Они настолько хорошие. Я в видео для канала рассказал, показал. Просто шикарные супер часы. Смотрите, сейчас будет парочка видео, потому что всего 30 секунд можно. Но это бомба. Это бомба, друг мой. Еще раз повторюсь, это бомба. Просто шикарная. Отделка супер. Вообще все на высшем уровне. До мелочей, до каждой буковки, запятой, до точечки. Вот, в видео я показал там внутренности. Да, механизм. Смотрите, гелевый клапан, отделка сатин. Ну, просто шикарные, шикарные часики. Готов срочно вам их отправлять. Нужны адреса, пароли и явки для отправки. Ну и остаток денежек. Поздравляю вас от души с новыми часами и благодарю за заказ. Привет, привет, дорогие мои братья и сестры, еще раз. Ну вот, вот мы с вами и закончили нашу подборочку, да, реплик, хороших реплик и некого сравнения. Друзья мои, напишите, пожалуйста, ваше мнение, мне очень интересно знать, да и другим будет интересно знать, послушать. Может, вот я напраслину гоню, да, там, но имеет место быть, понимаете, даже если я не буду делать, все равно эти копии будут продаваться, люди их будут покупать. Вот как вы относитесь к копиям? Значит, я когда-то уже рассказывал, просто понимаете, в чем дело, рассказывал я о том, что, к сожалению, сейчас
швейцарские бренды, вот оригиналы, не отличаются качеством. Это ужас какой-то. Уже говорил, что у моего учителя, у Сергея Трифонова, весь стол завален швейцарскими часами в ремонт. Сейчас еще вот одно подтверждение вам скажу. Только что я разговаривал со своим товарищем, с заказчиком, который хочет тоже Омегу. Вот. Он у нас есть в Питере. Дорогой район, называется Крестовский остров, там дорогое жилье, и, соответственно, живут богатые люди, там дорогие магазины и дорогие мастерские. Так вот, там есть дорогая часовая мастерская, в которую у него работает знакомый, хороший часовой мастер, старый, опытный. И вот он как-то к нему поехал недавно, и они говорили о часах Омега непосредственно. На что ему этот мастер сказал? Вот последнее поколение часов Омега в оригинале, да, они, вот как я уже рассказывал, что мудрят производители, просто такой херней откровенно занимаются. Значит, они сделали в Омеге узел, вот спираль баланс, да, и вот эту вот спираль сделали из какого-то нового супер-пупер там нанотехнологии, из металла, понимаете, из современного, который, друзья мои, живет всего 2-3 года. И потом вылетает к нахрен, к ядрене матери, понимаете? И замена этого узла спираль баланс, ни много ни мало, стоит у нас в мастерской 80 тысяч рублей. Это нормально? Это нахера, спрашивается? Вот вы купили за безумные деньги часы, и через это сам, он говорит, что если через год вы на репассаж ко мне не придете, а придете потом, когда уже все случится, то потом полная замена механизма. Вообще за безумные деньги. Да? Ну это что такое? Это что такое? А Rolex, который там микро сделал, всякие микроподшипники и все прочее. Я рассказывал, как делят рычаги там, да, какие-то на три части. Зачем-то вообще непонятно. А китайцы делают хорошо, друзья мои. Они делают из нормального металла, который служит дольше. Я не о том, чтобы все ринулись покупать подделки или копии какие-то. Нет, я не об этом. Я о том, что, ну, фигня происходит. Сейчас в оригинале что машины взять, что часы. Сейчас все делается буквально на пару-тройку лет, чтобы потом вперед в мастерскую на сервис. Только выкачивание денег. Понимаете? Вот. Какая фигня. И поэтому вот напишите ваше отношение. Может быть, напишите, у кого-то опыт есть именно общение вот с подобным. Или со швейцарскими часами, или с копиями. Может, я гоню там напраслину на швейцарцев, на бедных. Да? Напишите, пожалуйста, что вы думаете в принципе, да, об этом вопросе и о наших моделях в частности, но и все-таки в сравнении, чтобы все-таки вы взяли лучше Хамаш, да, вот с которым мы сравнивали, и либо копию. Но вот так вот. Еще раз говорю, что у меня лично есть знакомый, у которого есть Rolex, оригинальный Rolex, но который заказал мне хорошую копию этого Rolex Submariner для того, чтобы оригинал лежал в коробочке дома, как инвестиция, понимаете, друзья мои? Как инвестиция он его купил, но бережет. А вместо этого все его знакомые знают, что у него есть оригинальный Rolex. Но он носит копию, ее не жалко. Не жалко поцарапать, что снимут с руки, там, да, ограбят, украдут, разобьет он ее, не жалко. Оригинал лежит дома в коробочке. И так поступают очень многие, особенно за бугром. Вот, просто покупаю специально себе реплики на то, что у них есть в оригинале. И носят спокойно это дело, просто берегут оригинал. Вот такая вот история, друзья мои. Все, я уже просто не показываю вам ничего, это финал видео, потому что я уже все отправил, все шло кусками, частями. Все сделали, все отправили заказчикам, все довольны, понимаете? А вы напишите, пожалуйста, свое мнение по этому вопросу. Будет всем интересно посмотреть, почитать. Друзья мои, напоминаю, что я скоро в отпуск. До отпуска еще будет парочка сборок таких.
по трое часов. Вот я вижу, да, у меня стоит 6 коробок. Разделю на 2, но там будут хорошие хамажики. Будут и монстры, и что еще? Альпинист я вижу. Сейка 5 спорт. Далее что у нас? СКХы. Еще что? А, Брюс Ли опять. Ну, короче, что-то покажу. И себе, у меня же в мае день рождения еще, себе решил сделать подарочек небольшой. Очередные часы. Такие. Вот такие. Вот, покажу. Любопытненькие, любопытненькие тоже сделаем. Так что перед отпуском еще что-то вам покажу. В отпуск ухожу 20 мая. В июне начинаю принимать заказы прямо с первых чисел июня. И пока я там буду нырять, купаться, плавать. Микрофон, друзья мои, улетел микрофон. Раз, два, три, раз, два, три. Вот, пока я буду купаться и плавать, отдыхать на юге, комплектующие будут ехать. И по возвращению из отпуска мы с вами приступим. Приступим, друзья мои, к очередным сборкам интересным. В отпуске постараюсь что-нибудь найти, как я уже и обещал, я уже нашел. Что-то свеженькое, новенькое. Вот, покажу вам. Надеюсь, будет интересно. Так что ждите меня из отпуска. С канала никуда не уходите. Пишите комментарии, пожалуйста. Вот. Я вас, естественно, по-братски обнимаю от души. Желаю вам здоровья, процветания. Всего-всего самого вам хорошего, друзья мои. Все, обнял. Пока. Пока.